Детальніше про ситуацію на ринку нерухомості не тільки на Закарпатті, а й по всій Україні говоритимемо із Іваном Кудояром, головою спілки консультантів з нерухомості. Я вас вітаю, пане Іване. Слава Україні! Героям слава! Трохи згадаємо історію останнього року. За перші 4 місяці повномасштабної війни ринок нерухомості фактично впав у кому. Все зупинилося в очікуванні на хоча б мінімальну стабільність. Вже влітку ринок ожив, однак, якщо ми говоримо про оренду і про продаж, то там ситуація різниця. От скажіть нам, що найбільш активно працює? Ну, естественно, если взять покупку квартир, продажу квартир, то количество сделок, если, допустим, взять город-герой Киев, то он упал где-то раз в 10. То есть, если до войны в месяц в Киеве оформлялось 2-2,5-3 тысячи сделок, то сейчас оформляется где-то около 700-750. Если отнять от этого количества системные сделки, те, которые, ну, грубо говоря, это первичный рынок, и отнять семейные сделки, ну, договора дарения, там, мама дарит сыну или наоборот, то на самом деле остается всего где-то около 300 сделок на весь город Киев. На такой город, в котором ну, проживает 3-4 миллиона, это катастрофически мало. То есть рынок сейчас купли-продажи очень слаб. А чим це можна пояснити? Це пов'язано з тим, що зона ризику, чи це пов'язано з тим, що ринок будівництва неактивний? Ну, знаете, все-таки недвижимость и деньги – это ну, близнецы-братья. То есть, а деньги, как мы все знаем, любят тишину. А тишины сейчас нет. Это первая, скажем так, причина. Вторая, естественно, недвижимость – это, знаете, перспектива 5, а то и 10 лет вперед. Мы ее не меняем каждый год. И мы должны быть уверены, что через 5 лет с этой недвижимостью ничего не станет. Сейчас, к сожалению, мы не можем заглянуть даже на год вперед. Поэтому многие покупатели просто откладывают ну, покупку недвижимости до лучших времен. Потому что сейчас, естественно, с наличными деньгами жить проще, чем с недвижимостью, которая имеет ну, весьма такие призрачные перспективы. Ну, плюс еще линия фронта, отключение света, бомбежки. Они, естественно, не добавляют оптимизма. Давайте перейдемо тоді на ринок оренди. Чи змінилися вимоги у орендаторів? Які фактори зараз відіграють важливу роль при виборі? Ну, знаете, с арендой более-менее нормально, потому что людям где-то надо жить, им надо решать свои жилищные вопросы. Они действительно вот, ну, из Харькова приезжают очень много мигрантов, очень много приезжают из Днепропетровска, Запорожья. Они селятся в более безопасный Киев. Поэтому в Киеве с арендой более-менее нормально. На что обращают внимание? Естественно, на близость, дальность от каких-то, знаете, объектов инфраструктуры. Естественно, обращают внимание на этажность, потому что на 22 этаж ну, не совсем комфортно забираться, если, допустим, будет отключен лифт и так далее. То есть на какие-то вещи обращают внимание. Естественно, стоимость аренды, она тоже подупала. То есть сказать, что ну, в любом случае рынок недвижимости, он привязан к доллару. И всегда был привязан к доллару. И если смотреть в долларовом эквиваленте, то ну, стоимость аренды упала 40, ну, на 40%, на 50%, где-то на 30%. Она действительно упала. Но все равно рынок, он существует, он живой. Ситуація на деокупованих територіях. Чи живе там хоча б у якомусь форматі ринок нерухомості? Ну, знаете, конечно, рынок, он не может вообще не существовать. Он живет, но в очень слабом, ну, знаете, таком состоянии. Там селятся иногда даже за квартплату. То есть вот вы, пожалуйста, присмотрите за нашим жильем, пока оно все станет понятно, потом будем разговаривать. Это что касается жилья. Что касается коммерции, то на этих территориях практически нет никакого движения. Никто, ну, знаете, коммерцией заниматься не рассматривает, не желает. Поэтому рынок есть, но он очень слабый. Там гораздо слабее даже, чем в Киеве.
І знову щодо продажу житла. А от ви помічали, хто найбільше продає житло, продавав протягом року. От експерти виділяють, умовно, три типи продавців. Це ті, хто виїхали, емігранти, ті, хто давно планував продати житло. От хто зараз найбільше впливає на ринок? Ну, знаете, многие продают системные игроки. Ну, я имею в виду системные игроки, это те, которые, знаете, в новостройках покупали по 10 квартир, по 20 квартир. Покупали для чего? Чтобы потом сдавать в аренду, либо на повышение стоимости их продавать, на этом зарабатывать. Если у него, допустим, 10 квартир, то в любом случае он пытается что-то реализовать. Это одна категория. Естественно, те, которые уже, знаете, за год прижились в Польше, прижились в Германии, им надо решать свои вопросы финансовые. Им надо, ну, избавляться от той недвижимости, которую они не контролируют. То есть они, ну, не имеют доступа, допустим, к киевской квартире, они ее продают. Ну, естественно, те, которые решили перебраться в Закарпатье, Львов, куда-то подальше от боевых действий. Ну, плюс еще какая-то, знаете, категория людей, которые продали что-то больше, купили что-то меньше или наоборот. Это семейные вопросы решают. Вот эти четыре категории, они более-менее влияют на рынок. Ну, я имею в виду продаж. Ви згадали будівництво нових будинків. І от якщо не зосереджуватися на столиці лише, які, в яких регіонах цей ринок ожив, де зводяться нові будинки і таким чином покривають попит? Ну, знаете, как ни странно, или, ну, это закономерно, вот взять Львов, там строятся дома высокие, там 9-этажные, 5-этажные строятся, и при том там покупают на этапе фундамента. То есть в Киеве такого практически нет. То есть там в Киеве покупают квартиры уже почти готовые или готовые в эксплуатацию. Во Львове рискуют, Ивано-Франковск рискует, Ужгород. То есть чем ближе к западу, тем больше покупают в строящемся жилье. Цены там у связку с этим зрастают? Цены, ну, я бы, ну, скажем так, что во Львове цены чуть-чуть поднялись. Почему? Потому что, ну, скажем так, что количество сделок уменьшилось где-то в два раза. Если в Киеве в 10 раз уменьшилось, то в Киеве в два раза уменьшилось. То есть меньше предложения на рынке. Ну, меньше квартир продают, соответственно, их должны больше покупать, эти вот в два раза, которые уменьшились. Поэтому есть спрос, и люди покупают. Там есть сделки, там больше сделок намного, чем в Киеве, и там цена даже на кое-какие квадратные метры какого-то класса поднялась. Я вам дякую, що доєдналися до нас і за вашу розповідь. Це був Іван Кудояр, голова спілки консультантів з нерухомості.